Ну чё, здорово, народ, с вами Джон, он же на этой неделе в Destiny, на этой неделе в Bungie, на этой неделе 05.09.2024 мы смотрим... 312, естественно. Мы смотрим ТВА, еженедельный наш новостной блок от Bungie. Всех еще раз, если кто смотрел предыдущий ролик с Днем Победы, с праздником, всего самого крутого. Ну а мы тут будем изучать, что же нам там заготовили в этом блоге. Как вы видите, здесь у нас уже есть пушечки на картинке, которые у нас достаются в течение этого года. Отдельный ролик у меня уже был по поводу того, какие пушки я считаю самыми ценными в этом году для того, чтобы их достать из сезонов. Посмотрим, что же нам банжи имеют сказать по всему поводу. На этой неделе в Destiny мы немного подробнее поговорим о предметах экзотического класса. Мы анонсировали их вместе с призматическим подклассом, и пришло время рассказать вам больше об этом новаторском дополнении к Destiny 2. И это только наша первая тема на неделю. Подробнее о новых предметах экзотического класса, новый профиль босса в Пантеоне, золотые рамки, как бы сказать, пушки с красными рамками уже здесь, час испытания с идеальной эпидемией на следующей неделе. Посмотрите наш новый трейлер по ПК-карт, уже посмотрели, наслаждайтесь Destiny 2. Ну, с всеми дополнениями, с сегодняшнего дня на 3 июня уже узнаем. Гаунтлет возвращается к своему 10-му юбилею. И этот месяц наследия Анхита, сказать. Ну что ж, вопрос о предметах экзотического класса. Сегодня утром мы поделились несколькими потрясающими видеороликами. Для нас это вечер, да? То есть Варлока мы уже посмотрели в отдельном ролике, Охотника тоже. Смотрим теперь Титана. Титана мы пока не видели. Вот только мы его в русской версии заценим. Так, ну что ж, ценим. Финальная форма плейтест с разработчиками призма на Титане. Oh, right. Так, он сейчас гранату кинет, да? Пустотную. А, он кинул просто. Oh, yes! И под гранатку и подвесил. Блин, обычной гранатой можно подвесить чувака за углом. О, господи, это пипец. Вот с ПВП надо было начать, почему так мало ПВП на Титане, вопрос. Ну нафига мне это ПВЕ, естественно, мобы будут разлетаться в щепки, блин. Ну ладно. Так, что у нас тут дальше? Как вы можете видеть, вместе с призмой вы получите не только новые аспекты и фрагменты, но и сможете еще больше расширить свои возможности с помощью новых предметов экзотического класса. Это совершенно особое дополнение к Destiny 2. Поскольку каждый предмет экзотического класса будет иметь два случайных экзотических перка из набора существующих экзотических перков брони, включая некоторые, принадлежащие другим классам, кроме вашего. Ну да, это про классовые предметы речь идет, мы про них уже в отдельном твабе смотрели. Как их заработать? Экзотические классовые предметы станут частью нового задания, которое откроется после прохождения первого рейдового... Чего? А, после того, как кто-то в мире закроет рейд первым. В начале второй недели. Мы не хотим портить суть задания, ну, спойлерить суть задания или способы его разблокировки, но можем сказать, что его можно фармить. И вы гарантированно будете получать случайный ролл каждый раз, когда будете его выполнять. Сколько экзотических перков у нас? Подобно тому, как у призмы есть выбор способностей среди всех классов света и тьмы, предметы экзотического класса в финальной форме будут иметь набор преимуществ экзотической брони, доступных для каждого класса. Мы включили некоторые любимые игры фанатов, а также некоторые перки, соответствующие призматическим способностям и аспектам. Мы также решили поместить в каждую колонку перки, которые сочетались бы друг с другом, позволяя создавать мощные и взаимодополняющие комбинации, такие как связь Варлока с духом Апофеоза и духом Пожирателя Звезд. Призма — это объединение эффектов, которые раньше принадлежали определенным подклассам, и мы хотели привнести это и в дизайн предметов экзотических классов. Да? Итак, во всех случаях мы скорректировали перки для работы с более широким набором способностей. Например, дух Калибана в плаще Охотника работает со всеми видами оружия ближнего боя, а не только с бесконтактным ножом. Ничего себе! Вот это... аттракцион невиданной щедрости. Чтобы сохранить баланс, мы сузили некоторые эффекты перков для того, чтобы по нашему мнению соответствовало духу, понимаете, оригинальной экзотики. Это позволяет сочетание двух из них не быть подавляющим, и что дает повод использовать оригинальную экзотическую броню. Если перк на классовый предмет имеет тот же эффект, что его первоначальная версия, вам следует ожидать некоторые изменения в настройках, в билдах. Например, в финальной версии оригинального армаментариума и шестого каэта получится возможность создавать шары света из вашей гранаты и уклоняться соответственно. Ознакомьтесь со всеми возможными комбинациями ниже.
Ой-ой-ой-ой-ой-ой. Экзотический плащ охотника. Эссенциализм. То есть у нас первая колонка и вторая колонка. Дух убийцы, добивающий мощные финальные удары ближнего боя, дарует невидимость. Дух пожирателя звезд. Пока ваша суперэнергия на исходе, получение шара силы увеличивает заряд вашей суперспособности, нанося дополнительный урон. Угу. Дух сокровенного света. Дух синтоцепса. Использование способности усиливает две другие способности, улучшая их регенерацию энергии. Дух синтоцепса. Улучшен урон в ближнем бою, когда вы окружены. На охотнике. То есть я одеваю, к примеру, вот эти вот дух синтов. И одновременно этот, как его называют? Либо руки на увеличение урона. Либо капюшон киллера. То есть я получаю невидимость, когда кого-то бью. И при этом повышенный урон в дополнение к повышенному урону от моих аспектов. Ага. Дух змееноса. Оружие быстро подготавливается, но это у варлока. Дух истины. Завершающие удары оружием с типом урона, следующим ваши гранаты, дает бонус к урону стакающиеся гранаты. Дух дракона. Используя способности вашего класса, перезаряжает все оружие и на короткое время увеличивает скорость обращения с ним. Дух киртарахны. При использовании гранаты получаем плетеную кольчугу. Ладно. Дух Галанура. Добивающие и финальные удары вашего вашей суперспособности вернут вам суперэнергию после того, как она закончится. Любую суперэнергию, то есть, да, я так понял. Не обязательно именно солнечные. Ну, то есть, броски клинков. Окей. Дух Крещета. Ваше пустотное оружие получает изменчивые нестабильные патроны после того, как вы перестаете быть невидимым. Дух выслеживающий... Блин, неужели нам не надо будет носить броню Крещета, чтобы этот бонус получить к нашим пустотным пушкам? Дух выслеживающего плода. Нанесение урона могущественному бойцу или стражу со способностью дает вам временный бонус к урону для оружия, соответствующему элементу вашей брони. Дух лжеца. Нанесение урона мощным ударом в ближнем бою или попадание в результате атаки в ближнем бою позволит вам нанести чрезвычайно мощный контрудар в ближнем бою. То есть я могу еще вот это параллельно надеть? Угу. То есть если мне выпадет это сочетание... то я смогу капюшон киллера с тем же самым духом лжеца комбинировать. О май гад! Еще больше урона! Еще больше, сука, урона! Дух Калибана. Мощные добивающие финальные удары в ближнем бою запускают поджигание. Дух червя. Уклонение дает небольшой прирост здоровья и щита. Дух обновления. Союзники внутри сумеречного поля получают меньше урон, а цели внутри области наносят меньше урон. Угу. Дух Койота. Получаем дополнительный заряд классовых способностей. Блин, как же я все это буду комбинировать? То есть у меня два переката будет, если вдруг я один просру, пока буду пользоваться своей любимой башкой этой, которая за обитель теней нам выдается за сюжетку. Мне нужны салфетки. Ладно, знак Титана. Экзотический классовый предмет на Титана. Дух Убийцы. Добивающие попадания и мощные финальные удары ближнего боя даруют невидимость. Ладно. Дух пожирателя звезд. Пока ваша суперэнергия на исходе, получение шара силы увеличивает заряд вашей суперсилы, нанося дополнительный урон. Ага. Дух сокровенного света. Использование способности усиливает две другие способности, улучшая регенерацию энергии. Дух синтоцепсов. Улучшенный урон в ближнем бою, когда вы окружены. То есть мне теперь с этим... с этой экзотической повязкой, да, мне не обязательно теперь синтоцепсы носить. То есть я могу какой-то другой экзот взять на Титана, а вместо синтоцепсов взять какие-нибудь, я не знаю, там... какую-нибудь башку, к примеру. На то, чтобы у меня... как бы это сказать? Сейчас. Где? Я могу, к примеру, драгоценные швы поставить, чтобы убивать мобов с соответствующим уроном моему подклассу, да? К примеру, там я бегаю на нитках, убиваю кого-то нитевой пушкой и получаю бонус к урону для своих... точнее, получаю воссоздание. То есть у меня может быть знамя войны и воссоздание одновременно. О, господи. Ладно. Дух змеиноса. Оружие готовится очень быстро. Но это мне для ПВП пригодится. Это я в ПВП возьму.
естественно. Дух истины. Добивающий попадание оружием типа урона, соответствующего вашей гранате, дает бонус к урону от стакующей гранаты. Окей. Дух разрыва. Добивающий удары в ближнем бою или добивашки вызывает разрушательный взрыв. Дух контакта. Повреждение цели мощным уроном ближнего боя приводит к тому, что все ближайшие враги получают удары молнии и встряхиваются. Окей. Дух ини. Ваша баррикада превращается в стену из кристаллов стазиса, который при создании замедляет движущие ближайшие цели. Но это, кстати, тоже можно комбинировать, допустим, с нитками теми же самыми. Окей. Дух шрамов. Финальные удары оружием, типа урона, который соответствует стихии вашей суперспособности, создают всплеск исцеления, который восстанавливает союзников. Вот, кстати, я, если мне это попадет, то я могу синтосусы надеть в паре с этим экзотом вместо экзота, который я сейчас приводил пример на Титане. То есть это можно комбинировать. Дух вечного воина. Получаете бонус к урону за оружие, соответствующую стихии вашего подкласса, когда ваша суперспособность закончится. Дух рога. Ваша баррикада высвобождает заряд солнечной энергии, который сжигает цели. Это мы берем в ПВП. Если это попадется, это в ПВП будет просто разрывать. Эта баррикада может убить. Вот я ставлю этот экзот в ПВП. Ставлю баррикаду, и чувак на противнике дохнет без каких-то дополнительных условий. Мы все по-прежнему будем оставаться титан мейнами. ПВП. Я вас понял. Дух покойного. Улучшен удар плетью Днепра. Снаряды Dredgen Slash более агрессивно отслеживают цели и летят дальше. Дух Альфа-Люпи. Генерирует исцеляющий импульс при активации баррикады. Тоже в ПВП подойдет. Поставил баррикаду и восстановил здоровье. Раньше я для этого пользовался экзотом, теперь мне экзот не нужен. То есть у меня на Титане есть как минимум 3 экзота, которые я могу... Экзотические повязки, которые я могу в ПВП взять. Классно, классно. Дух медведя. Двигайтесь быстрее, защищайтесь нерушимым щитом. Уроном заблокированным нерушимым преобразуется в суперэнергию. Дух оружейника. Получайте дополнительный заряд гранаты. Окей, окей. Классно, классно. Стабильно. Сильно, модно, молодежно. Ладно. Для охотников ПВП что нам подойдет? Дух койота. Обязательный будет. Получайте дополнительный заряд классовой способности. Дух червя. Уклонение дает небольшой прирост здоровья и щита. То есть вместо червя оболочки. Естественно, мы берем это в ПВП. И в ПВЕ. И где нам только это не попадется. Да, да. При использовании гранаты получаю плетеный панцирь. Да, это мы тоже в ПВП можем взять спокойно. То есть мы кинули гранату, получили халявный бонус КП. Так, ага, улучшенный урон в ближнем бою, но это тоже можно, в принципе, хотя вряд ли мне ПВП сильно поможет, если только это не будет забагованным, а скорее всего это будет забагованным, можно будет противников ПВП шотать, наверное, скорее всего нет, но посмотрим. Ну то есть на охотника тоже есть парочка полезных экзотов ПВП, это мягко говоря, то есть я могу взять свои любимые морозники на охотнике и вот эту экзотическую повязку и при перекате восстанавливать себе здоровье. То есть теперь я могу вообще... Ну, в ПВП без этих экзотических классовых предметов можно не заходить. Мы будем жить в этой активности, про которую банжи говорили выше. Ладно, экзотическая группа варлока. Солипсизм. Первая колонка и вторая колонка. Дух убийцы, добивающий мощные финальные удары в ближнем бою, дарует невидимость. Окей. Дух пожирателя звезд. Пока ваша суперэнергия на исходе, полученные шары силы увеличивают заряд вашей суперспособности, нанося дополнительный урон при помощи нее. Естественно, для ДПС по боссам это будет имбищей. И, естественно, для ДПС нам надо будет эти классовые предметы выбивать. То есть это, скорее всего, пригодится еще и в Day1 рейде. Что мы будем делать после того, как пройдем сюжетку правильно? Мы будем дрочить эти экзотические классовые повязки. Дух сокровенного света. Использование способности усиливает две другие способности, улучшая регенерацию энергии. Ну, естественно, нам это тоже пригодится. Потому что это как и на Титане, как на Охотнике, так и на Варлоке использовалось для того, чтобы откатывать себе обилки ПВЕ. И дух синтопсисов, походу, это будет самый полезный экзот ПВЕ. Вот реально. Ну, на Титана, по крайней мере. Да вообще на всех. Ну, на Охотника и на Титана это будет имбище. Использование особенности усиливает другие способности. То есть мы получаем регенерацию и усиление урона. И здесь мы тоже получаем усиление урона, когда мы окружены. Для билдов, которые используют урон ближнего боя, это будет практически обязательно. Ну, во всяких секторах и так далее. То есть наши билды, которые мы до этого использовали там с
как его называют, на Титане синтоксами, ну, вместо синтоксов мы что-то другое наденем, да, и на Охотнике, допустим, с капюшоном киллера, они станут еще сильнее. А, так они же после рейда станут какой-то Иван. А, да-да-да-да, точняк, тогда все. Ну, после того, как Дэйван выйдет, да, точно, это же во вторник будет, точнее. Ну, ладно, после рейда это будет для нас must-have. Слава богу, что не придется это до рейда выбивать, потому что если бы это можно было бы выбивать до рейда, то рейды прошли бы, я не знаю, за пару минут, мне кажется. Ну, Змееносца, ну, я преувеличу, конечно, но посмотрим. Оружие готовится очень быстро, ну, на каждый класс это PvP надо будет. Без этого, ну, это экзотические руки на Варлока, которые позволяют доставать пушки быстрее. И это, по-моему, второй по популярности экзот вообще, в принципе, в испытаниях Осириса. Так что что? Мы, естественно, это будем для PvP фармить. Дух истины, завершающие удары оружием с типовым уроном, соответствующим вашей гранаты, дает бонус к урону от старающей гранаты. Ну, типа, вот это нам не сильно дает комбинация PvP. Хотя, кто знает, может быть, она будет сломана на первых порах. Ну, колени. Ваш раскол уменьшает урон союзным стражам, стоящим в нем. Естественно, ПВП нам это нужно будет. Потому что раньше вот мы этого оленя надевали в ПВП, чтобы меньше урон получать. А теперь мы будем это тоже надевать в ПВП. Но нам для этого не понадобится этот шлем уродский надевать. И дух Веспера, расколы периодически выпускают ударные волны электричества. Дух нити, использование... как бы сказать, расширяющих возможностей рифта подарит... А, когда мы используем улучшающий, точнее усиливающий рифт, усиливающий раскол, мы получаем пожирание. Окей. Дух гармонии, добивающий попадание оружием, тип урона, который соответствует стихии вашего супермена, вашей суперспособности, дает вам суперэнергию. Окей. Дух некротики. Нанесение урона самому в ближнем бою отравляет их. Окей. Победа над отравленным врагом распространяет заболевание. То есть некротическая хватка теперь может нами использоваться в ПВЕ без некротической хватки. Дух звездного огня. Граната перезаряжается за счет усиленного урона от оружия, а завершающий удар усиленным оружием дает больше энергии. Ну, мелочь приятно будет, на самом деле. Хоть звездный огонь и понерфили, да, но это будет приятным бонусом. Дух осмиомантии. Ваши гранаты быстрее перезаряжаются при попадании. Искатель, созданный из граната, из замораживающих гранат, путешествует дальше. Окей. Ладно, это нам надо. Дух роя. Разрушение клубка порождает детенышей. Дух апофеоза. Временно получите защитную регенерацию ближнего боя и гранат после окончания вашей суперспособности. Дух когтя. Получайте дополнительный заряд для ближнего боя. Это нам тоже надо будет на варлок. Вот представьте, электрический варлок без траты экзотического слота, да, одного... Без шмотки, но у которого есть две способности. Или... Блин, я сейчас посмотрю, с чем это можно комбинировать, в принципе. Так, падшая солнечная звезда, к примеру, можно с ней комбинировать, чтобы быстрее себе откатывать обилки, в принципе. И ряд других экзотов. К примеру, корона бурь та же самая. Да, тут мне заметили в чате, что у нас будет будут две такие колонки, которые будут рандомно выпадать. То есть нам на экзоте может выпасть сочетание, нужное нам. К примеру, дух когтя вместе с духом некротики. Окей. Все эти перки экзотического класса будут действовать только при наличии снаряжения подкласса призматики. То есть не получится надеть это на каком-нибудь тупо электрическом классе и так далее. Это важный, кстати, момент. То есть нам надо будет одеть призматический класс, чтобы это работало. Ну, то есть, банжи тут говорят, что они могли бы много всего включить. Мы знали, что не можем включить их все, в них всеми любимые перки, не увеличив при этом пул доступных роллов слишком большим. Это был бы балансирующий акт, позволяющий поддерживать множество интересных опций, а также позволяющий разумно выбирать конкретную комбинацию. То есть, у нас есть комбинации подклассов и есть комбинации экзотических вот этих классовых предметов. Я думаю, потом на днях выпущу ролик, где, ну, на мой взгляд, наиболее эффективные комбинации будут. Можете это в комментарии к данному ролику еще дописать. Однако, запуском финальной формы мы также вносим ряд изменений в баланс экзотической брони, включая некоторые улучшения, которые повлияют как на оригинальную броню, так и на версию спирита. Итак, некоторые комбинации перков предметов подкласса могут оказаться лучше, чем вы ожидали. В ближайшие недели нам будет о чем поговориться, о балансе экзотической брони в целом. Мы надеемся, что удивительные комбинации позволят улучшить предметы экзотического класса. Окей. В общем, тут у нас Орикс.
классификация бога Улья. Ну, кому интересно, можете лор почитать и потом в комментариях написать. В предыдущем ролике там очень много народу написало по поводу того, как здесь все интересно и познавательно. Я специально это все медленно пролистаю, чтобы вы могли ознакомиться. То есть все оружие с глубинным знанием, которое вы сможете получить. Добро пожаловать, все на красной рамке. Аналогично тому, что мы делали в прошлом году, у игроков, которые не заработали достаточно оружие с глубинным знанием, чтобы разблокировать образцы сезонного оружия 6-го года, теперь есть шанс наверстать упущенное до конца до запуска финальной формы. Каждый день с 7 мая до 3 июня игроки будут гарантированно получать оружие с глубинным знанием по завершении сезонного мероприятия. Итак, если вы еще не разблокировали какую-нибудь раку, скажем, лука-раскачка из сезона сопротивления, вы можете пройти поле битвы сопротивления, чтобы получить ролл этого самого оружия. То есть каждый день вы получаете за прохождение этих активностей сезонных по одному роллу пушки с красной рамкой, которая относится к этой активности. То есть тут у нас вот перечислены все эти активности, они также были показаны, когда вы заходили в игру, когда, к примеру, я вот показывал на ресете все это дело в отдельном ролике, можете ознакомиться. Вот, также нулевая, как бы сказать, час испытаний. Миссия на экзотический ствол, идеальная эпидемия. Сначала появился шепот, затем наступил час испытаний, да, то есть опять же, 14 мая он вернется у нас, будет в локации свет рядом с шепотом, 40 минут на нормале, 20 минут на легенде, и там также будут различные сундуки, доступные каждую неделю, чтобы разблокировать дополнительные перки. И если у вас еще будет экзотический катализатор, вам придется пройти... если вы ищете экзотический катализатор, вам придется пройти час испытаний на легендарной сложности. Но помните, если вы получили катализатор для оригинальной версии, вам не придется зарабатывать его снова. Тем не менее, вы все равно захотите это, чтобы получить еженедельные победы, необходимые для открытия нового экзотического корабля. Так что вот. Тревор не за горами. Помните Тревора? Это вот такой вот, такая вот машинка, которая за вами охотилась, заверните. Чрезмерно привязанного робота, который обеспечивал безопасность хранилища криптархии в час испытаний. Это было невозможно пропустить. Столько радости, столько замечательных воспоминаний. Что ж, отличные новости для всех. Он тоже вернется, чтобы оправдывать его своевременное возвращение. Мы были рады, если бы все поделились своими лучшими моментами с ним. Угу. Только не забудьте использовать хэштег «Мой друг Тревор», когда делитесь с ним в социальных сетях. Три новые ПВПшные карты в одном трейлере, но это мы видели. Кто не видел, может ознакомиться в отдельном ролике. И, ну, бесплатно раздаются дополнения «Обитель теней», «За гранью судьбы» и «Королева ведьма» с 7 мая до 3 июня. Да, потом у вас эти дополнения заберут, но лут с этих дополнений у вас останется. Поэтому вперед фармить, так сказать. Ну и также Bungie выпустила 6 сезонов. Выпустила 4 сезона: сезон сопротивления, сезон глубины, сезон ведьмы, сезон желаний. Да, то есть контент с этих сезонов доступен. Отдельно я уже в двух предыдущих роликах про это все говорил. Пользователи PlayStation Plus получают Destiny 2 Конец света, который будет доступен 3 июня. В какое бы дополнение вы бы ни играли, все награды, заработанные в этот период, останутся у вас навсегда. Будь то экзотика, рейдовое оружие, легендарная броня с высокими характеристиками. И это еще не все. 4 июня, когда стартует финальная форма, кампания для «Обители теней» и «За гранью света», а также подпас Тайс, останутся доступны для всех без дополнительной оплаты. Ну что ж, нитки, к сожалению, пока что придется годик или два подождать, но зато стадис уже теперь бесплатный, ребят, это официально. Если вы хотите получить все остальное, что могут предложить дополнение «Обитель теней» и «За гранью света», помимо кампании, в нашем распоряжении будет два набора, похожих на набор «Отвергнутых». Набор «Обитель теней» представляет доступ к 13 экзотическим видам оружия, 3 экзотическим предметам доспеха, сумеркам Валы крепости, сумеречному налету, подземелье Яме Ерести и рейду Сад спасения. Пакет «По ту сторону света» предоставляет доступ к 12 видам экзотического оружия, 6 предметам экзотической брони, стеклянный путь, сумеречный налет, да, и арена доказательства. Рейд «Слепого камня» также. После выхода финальной формы мы также запустим новый набор под названием Destiny 2 Legacy Collection 2024. Этот набор предоставит вам доступ к лучшему контенту, который может предложить Destiny. Конец света, Королева-ведьма, 30-летие, За гранью света, Обитель теней и Отвергнутые. То есть все то, что до этого было в игре, в принципе. Ну, из того, что доступно сейчас к покупке, можно будет это все одним сборником купить. Вроде бы так. Гаунтлет возвращается к 10-й годовщине. 19 мая Bungie примет участие в Гаунтлет, благотворительном турнире по настольным играм среди профессионалов игровой индустрии. Как вы можете помочь там и получить трофеи соответствующие?
опять же, дайте денег 25 баксов, получите эмблему, дайте денег 100 баксов, получите искусство программиста, дайте денег 500 баксов, игровая сессия Destiny 2 с Bungie. Они, я так полагаю, нам билет в Америку еще купят, если мы задонатим. Прямая трансляция на эту тему пройдет 19 мая в 9 вечера по московскому времени, получается. Месяц наследия Абхи и азиатов Bungie. То есть, опять же, дайте денег, поддержите стражей в азиатском регионе и получите вот такие вот эмблемки, такие вот жетончики, подробнее об азиатской неделе. Так. Кому интересно, можете почитать. Отчет службы поддержки игроков. Победа в раундах. Хотя вся информация, непосредственно связанная с квестами оружия удаль, теперь доступна, триумф раундов еще не может быть завершен. Игрокам будет предложено поговорить с Шаксом в течение последней недели выхода в свет. Рискованная стрельба из лука. Из-за проблемы эмоций рискованная стрельба из лука была временно изменена на использование другой анимации. Как только проблема будет исправлена, в следующем обновлении эмоция рискованной стрельбы из лука вернется в своей обычной анимации. Окей. Обновление конфиденциальности и безопасности игроков. Как упоминалось в нашем недавнем твабе, а 14 марта мы продолжаем наши усилия по обеспечению конфиденциальности и безопасности игроков онлайн Destiny 2. Наша цель — предоставить всем нашим игрокам опыт, соответствующий возрасту, и дать взрослым, ответственным за наших юных игроков, возможность адаптировать опыт этих игроков. Если вы этого еще не сделали, пожалуйста, посетите сайт Bungie или воспользуйтесь приглашением после запуска Destiny 2, чтобы обновить дату вашего рождения. Родительский контроль также у нас тут есть. Ну, типа, для настройки родительского контроля и ребенку, и взрослому потребуется учетная запись BungieNet, чтобы убедиться, что лицо, дающее согласие, устанавливающее средство контроля, является совершеннолетним. Короче, это для вас, дорогие родители на стражах. Известные проблемы. Игроки не получат награды из одного из секретных сундуков подземелья Расколотый Трон. Bungie исследует. Описание экзотических перков нулевой ревизии на испанском языке отображается некорректно. Что ж. Пресс-эф, да. Также у нас идут художество недели, кинцо. И, в принципе, поздравляем победителей этой недели, да. Надеюсь, этой информации будет достаточно, чтобы заставить ваши мозги поработать над тем, какие билды будут забавными, если вы будете сочетать идеальный билд предметов экзотического класса с бинематическими способностями. И мы еще не закончили. У нас есть еще чем поделиться, и эти последние недели, которые приведут к финальной форме 4 июня. Хотите подсказку? Мы поговорим о настройке оружия в отдельной статье в следующую среду. А пока как насчет небольшого захода в осаду. Команда сообщества Destiny 2. Ну что ж, информативный твап. Очень информативный. То есть, кому захочется, можете отдельно посмотреть у меня в отдельном ролике призму на варлоке, на охотнике. На титане мы в этом ролике посмотрели. Также мы посмотрели, что дают нам эти экзотические классовые предметы. Какие там у них могут быть сочетания. Можно будет посмотреть, как это комбинировать с разными экзотами. Также мы знаем, что можно, если вы еще не дофармили, пофармить различные пушки с этих сезонов. Ну и 14 числа, то есть через неделю, нам вернется час испытаний. Можно будет наконец-то доделать печать этого удали, собственно. Ну и дальше тут у нас 3 ПВП-шные карты. Можете про них написать, как они вам. И все бесплатно нам практически выдают. То, что было до этого, кроме ниток. Ну, по факту. Что ж. Будем следить за развитием событий, а пока что всем спасибо за просмотр, лайки ставим, комментарии пишем, на канал подписываемся, колокольчик прожимаем, чтобы не ссать удаление о выходе новых роликов. Всем спасибо за просмотр, всем пока!